Рад приветствовать, друзья, вас на новом обзоре. Здрасте. Короче, сегодня наконец-то у нас долгожданный именно для меня автомобиль. Нет, не он. Рено. Но, естественно, о нем мы поговорим уже завтра. Почему завтра? Потому что у нас супер тест-драйв. И мы уезжаем на целых 3 дня колесить по дорогам страны. А именно, мы едем из Москвы в Чебоксары. Здесь у нас стоит 15 кубовых емкостей с водой. Почему с водой? Потому что это машина представительства Renault Trucks в России. И поэтому рейс у нас не коммерческий, мы везем просто балласт. 15 кубов воды. Поэтому, друзья, сегодня у нас настоящий, полноценный, безо всяких оговорок, тест-драйв. Тест-драйв грузовика. Ну что, поехали дальше. Нам нужно сегодня проехать как минимум еще километров 300-400. Больше, я думаю, не будем, потому что по тахографу мне нужно, видите ли, отдыхать. Идем за северной звездой, под северной звездой. Нам с тобой пройти осталось лишь 20 000 лет над водой. Друзья, хотели дальнобойной романтики? Да вот она, берите, полный карман накладывайте, полные штаны загребайте. 9 часов за рулем, 140 километров пройдено. 140 километров бесконечных, безграничных, безразмерных пробок. Собственно, все нормальные люди уже просыпаются, а мы только заезжаем на стоянку и собираемся немного поспать. Ну что, друзья, товарищи, вот он перед нами, Renault T. Грузовик, который пришел на смену легендарному Magnum. Ну и заодно чуть менее легендарному Renault Premium. А вот Renault Magnum выпускался аж с 91 года. А эта модель пошла лишь с 2013. То есть Magnum выпускался более 20 лет. И не просто выпускался, он заслужил, снискал славу в народе, среди водителей, звание короля европейских магистральных грузовиков. Что же пришло на смену этому грузовику? Сказать честно, я был разочарован. Я был очень разочарован, когда, во-первых, узнал, что теперь у нас Магнума не будет вообще. Все, финита ля комедия, нет больше Магнума. Теперь есть с безликой, абсолютно не говорящей моделью Т. Что Т? Непонятно. Затем я ужаснулся дизайном. Что произошло? Где вот эта кубическая кабина? Увидев которую, все просто ахнули, когда Magnum только-только дебютировал. Куда все это ушло? Почему мы пришли к какой-то среднестатистической концепции? Ведь за это и любили Magnum, потому что он не такой, как все. И признаться, на первых фотографиях, когда я увидел эту машину, я подумал: ну что же за убожество? Она же смотрится отвратительно. Друзья, был неправ.
честно, был неправ. Увидев автомобиль вживую, их на трассе, кстати, попадается очень и очень мало, но я был в восторге. Действительно, машина смотрится очень и очень интересно. За все время наших тест-драйвов это первый автомобиль, которому было такое пристальное внимание. К нам без конца, постоянно подходили люди, спрашивали, а что это за машина, что это за модель? Рено Т. Как? Т. Как Т? Буква Т. Вот так показывала людям, потому что не понимаю, ну почему модель называется просто вот так вот, никак. В пробках тормозили машины, люди сигналили, открывали окна, спрашивали, а что это за машина? Это какая-то новинка? Я говорю, да нет, не новинка, 3 года уже выпускается. Все дело в том, что у нас кризис, и продажи, к сожалению, идут ни шатка, ни валка. Прямо скажем, за этот год, с начала 2016-го, было продано чуть больше 60 таких машин, имеется в виду в России. Поэтому пока она вот такой шоу-стоппер на дороге. Все смотрят, сворачивают головы, независимо от того, либо это водители грузовика, или люди, едущие в легковушке, потому что автомобиль действительно приковывает внимание. Ну да, конечно, от дизайна, от того дизайна Magnum уже, по сути, ничего не осталось. Есть элементы, есть фишки, которые были в Magnum, и здесь они перекочевали в некотором переработанном виде, они имеются, о них мы расскажем чуть позже. А сейчас давайте уже непосредственно о машине. Во-первых, что поменялось? Теперь у нас нет четкого деления сегментации, отдельно кабины и отдельно шасси. Теперь это такое вот единое целое, просто вот такая вот большая кабина. Под облицовкой у нас находится, как и у всех практически грузовиков, расширительный бачок, система охлаждения. Здесь мы видим кассету радиаторов. Подвеска кабины у нас здесь механическая, пружинная, естественно, пружина-амортизатор. А теперь уже давайте расскажем и о плохом. Я вообще всегда поражаюсь французам. Французы – это такие люди, которые выпускают что легковые машины Renault, Peugeot, Citroën, что грузовики, что автобусы. У них свой подход, свое видение. Они вообще отвергают абсолютно все авторитеты и делают все по-своему. Иди сюда, Саш, иди сюда. Посмотрим. Товарищи, иди сюда прям. Подходи смелее, не бойся. Вот здесь у нас находится заливная горловина для омывающей жидкости. Товарищи, как сюда заливать омывайку? Расскажите мне. Я, например, не представляю. Нужно с собой возить постоянно какую-то воронку или еще что-то. Да, конечно, вы можете сказать, но ведь современная... омывающая жидкость, не замерзайка, она же продается с такими колпачками, носик ее, пожалуйста, там носик этот засунул, туда залил. Друзья, мы все прекрасно понимаем, что мы покупаем синюю гадость в 5-литровых баклажках за 100 рублей. Какие носики? Сюда мы заливаем и все. То есть здесь откровенный просчет. Я не знаю, кто это думал, или это запихивали в последний момент, когда машину сделали. Так, что-то мы забыли, А, вот точно, бачок забыли поставить для омывайки. И вот, собственно, сюда его и в колхозе. Здесь же рядом у нас гораздо более удобнее уже, ну как удобнее относительно этого бачка, расположена заливная горловина для масла двигателя. Вот вообще, честно говоря, вот махнуть их местами не составляет труда. То есть можно было сюда вывести бачок незамерзайки, а сюда заливную для масла. Потому что незамерзайку мы заливаем чаще, а масло меняем раз в 60 тысяч километров. Это межсервисный интервал именно в России. Друзья, я, конечно же, не могу обойти вниманием великолепный, с моей точки зрения, дизайн передней оптики. Ну, смотрится просто шикарно. Благодаря вот этому нетривиальному дизайну, вот этим изгибам, ломаным линиям, линзованному ближнему свету, большому отражателю дальнего света. Ну, вообще классно смотрится оптика. И плюс вот такой вот бесполезный, на мой взгляд, не знаю, может быть, инженеры-конструкторы что-то здесь рассчитывали, когда вот делали вот этот спойлер. Смотрите, видите сквозное отверстие? Здесь у нас указатель поворота. Ну, смотрится, конечно, это очень здорово, очень круто.
Противотуманки, несмотря на то, что они такие вот маленькие. Кстати, противотуманки у нас стеклянные, здесь стекляшки, а здесь у нас поликарбонат. Несмотря на то, что они такого маленького размера, светят просто великолепно. Мы ночью это испытали. Я бы даже сказал, светят едва ли не лучше, чем линзы ближнего света фар. Ну, давайте дальше, не будем затягивать наш обзор. Быстренько пройдемся по конструкции автомобиля. Передняя подвеска у нас может быть как рессорной, так и пневматической. Пневматическая идет безальтернативной, если у вас низкорамник, то есть прицеп, под полуприцеп мега рассчитан автомобиль. Здесь же у нас стоит подвеска усиленная, специально для России, двухлистовая. На европейских версиях идет одна листовая рессорная подвеска передней оси. Общий объем баков здесь, если не ошибаюсь, на 960 литров. Здесь два бака, один с этой стороны, другой с другой, соответственно. Есть версии с еще большим объемом топливных баков, но из-за этого придется переносить ресиверы. Это, ну, это, естественно, на заводе переносит, не вам придется. Аккумуляторы у нас уже будут в заднем свесе рамы, за задним мостом. Ну, а здесь у нас самая популярная версия, которая приобретается в России, поэтому вот такое исполнение. Дальше, по задней подвеске. Задняя подвеска у нас на полурессорах, то есть передний конец у нас крепится на кронштейн. Вот здесь прекрасно видно. А задний конец уже опирается на подушки. Дальше у нас идет второй топливный бак. Баки, как вы сами видите, вольвовские, D-образной формой. Еще раз говорю, что Renault Trax у нас уже давненько принадлежит грузовому отделению компании Volvo. И поэтому здесь максимально все унифицировано со шведскими грузовиками. Дальше. Еще не сказал по раме. Рама у нас здесь также для России идет усиленная. Если в Европе на магистральные грузовики ставится рама с толщиной 7 мм, то здесь 8-миллиметровая рама. Ну, поднимаем кабинку. Так, вот что мы забыли. Для того, чтобы поднять кабину, сначала нам нужно откинуть облицовку. Чтобы нам облицовку не заломало этот пластик, не погнуло облицовку, когда мы будем поднимать кабину. Поэтому вот чуть не забыл. Вспомнил? Опыт не пропьешь, не проешь. Так, значит, все, движочек, точнее, доступ к движку у нас открыт. А знаете что, по движку я вам ничего рассказывать и не буду. Скажу лишь, объем 11 литров, DXi мотор 11-литровый, 6 цилиндров, двигатель у нас рядный. С этой стороны находится турбина, турбонаддув у нас, интеркулер, все как полагается, как и у всех современных моторов. Почему я о нем не буду ничего рассказывать? Потому что, по сути, это и есть вольвовский мотор. 11-литровый вольвовский мотор. Ну, разница несущественная. В клапанной крышке с надписью Renault и в настройках. Все. По сути, все остальное это то же самое, что и у Volvo. Это плюс. Это плюс. Я считаю, что это плюс. Учитывая, что вот эта машина, она стоит 85 тысяч евро, вот именно этот тягач, то есть это у нас получается более дешевый аналог Volvo. Друзья, по-моему, все. По коробке передач. Коробка передач здесь называется OptiDriver, но на самом деле это старый добрый вольвовский iShift 12-ступенчатый. То же самое, отличается лишь прошивкой. Как это все дружит вместе, как это все ходит, я вам расскажу уже во время движения. А сейчас опускаем кабину и расскажем, собственно, об убранстве этой самой кабины. Потому что сейчас уже начинается, дождик подкапывает. Значит, прежде чем залезть в кабину, давайте отметим ступеньки. Так, это у нас не самая высокая кабина, есть еще выше. Вот видите, у нас здесь моторные тоннели выпирают. В самой топовой кабине у нас ровный пол, соответственно, добавлена еще одна ступенька. Здесь, что хочу сказать, неудобство для реальных водителей, дальнобойщиков, не для журналистов. Журналисты такое никогда не отметят. Это то, что здесь очень маленькая по объему ступенька. Объясню, в чем дело. Снимаю штиблеты, ставим сюда. Многие дальнобойщики ездят босиком. Босиком или в тапочках. То есть уличную обувь оставляют на ступеньке. А сами уже, соответственно, босиком или в тапочках садятся сюда. Сюда не влезает на ступеньку, а у нас два башмака. Увы и ах, ребята-дальнобойщики.
беда. Ну а первое, что мы отметим, садясь в машину, это кресло. Конечно же, оно имеет множество регулировок. Это у нас регулируется длина подушки сиденья. Пожалуйста, видите? Можем так выдвинуться, можем задвинуть. Пожалуйста, под любой рост, под любую длину бедра можно настроить себе сиденье. Дальше. У нас регулируется наклон подушки. Пожалуйста, можете вот так вот ехать. Можете согнуть и вот так вот сползать, как с горки скатываться. Кстати, многие почему-то вот так вот ездят, когда сидушка наклонена вперед. Дальше. Это у нас подогрев. Две ступени подогрева. Регулируется жесткость подвески сиденья. То есть это у нас сейчас самое мягкое. Вот в верхнем положении. Видите, вот как раскачиваюсь. О, как прыгаем. А это у нас самое жесткое. Практически не прыгает сиденье. Это у нас высота сиденья регулируется. Пожалуйста, вот уж ногами кое-как пола достаю. Это надо опустить маленько. Это у нас поясничный подпор, регулировка, валики, накачивается, спускается. Это подлопаточная область у нас, накачивается, спускается. Куча регулировок. Жесткость вот прям под меня. Могу сказать, что это сиденье одно из самых лучших, на которых я ездил. Да, и у нас пришел черед рассказа о убранстве и о полезном объеме кабины. Да, в отличие от Магнума, кабину здесь немножечко уменьшили сверху, то есть у нас стойки лобового стекла теперь завалены, все в угоду аэродинамики, снижению расхода топлива, и у нас получается здесь вот уже чуть меньше места. Но смотрите, это не самая высокая кабина, я сейчас стою на моторном тоннеле, и я не касаюсь головой потолка, хотя во мне 1,87 м роста. Дальше. Значит, ну давайте начнем с центрального ящика. Не знаю почему, просто с центрального, да, начнем. Вот он здесь такой, темненький, естественно, с подсветкой. Здесь у нас небольшой ковричек, тоже такой бархатистый. Под ним есть еще ящик. У нас здесь лежит Библия, ну, то есть руководство по эксплуатации. Renault Trax. И, пожалуйста, вот... Кому нечем заняться, могут сесть, почитать. Тут обучают, как открыть дверь, как запустить двигатель при помощи ключа. Ну, в общем, всякие такие полезные штуки. Что интересно, этот ящик у нас имеет замок. То есть здесь вот ключики, машина еще новая. Ключики, они лежат здесь. То есть можно на ключик закрывать этот отсек. Дальше. Здесь у нас еще один ящик. В стандартной комплектации у нас идет булочка, сеточка, с чем она, с абрикосами, расческа, диск, который мы вчера благополучно приобрели, и документ. То есть достаточно объемный здесь отсек. Ну и такой же вот у нас отсек здесь. Вот он здесь находится, прекрасно можете его рассмотреть. Тоже с подсветкой. Снизу у нас полочка с сеточкой. Сюда можно, вот здесь Александр рекламирует производитель жевательной резинки. С розеткой. Друзья, очень классная штука, когда вы вешаете регистратор или еще что-то сверху, и вам не хочется, чтобы провода у вас болтались посередине лобового стекла, можно запитать здесь, протянуть провод сюда, и у вас все аккуратненько здесь висит. Очень классно, что розетка здесь имеется. Выдвижной ящичек вот такой. У меня здесь лежат документы, очень интересные. Такой легко ездят, здесь фиксируется. Удобно под рукой. Здесь у нас прикуриватель, розетка, подстаканники и еще один ящик с пепельницей. Сверху, как и на Volvo, примерно такой же формы. Под этим ковриком у нас находится, давайте сразу посмотрим, действительно. Открываем. Здесь у нас находится блок релюшек и блок предохранителей. Все под рукой, все здесь есть. И также все здесь подписано. Видите, какой предохранитель, какая релюшка, за что отвечают. Все очень удобно, доходчиво, по пиктограммам написано и нарисовано. Охлаждаемый ящик. Саша здесь охлаждает батарейки, аккумулятор и капли в нос. Потому что капли в нос должны быть холодные. Очень забористые, говорят, штука получается. И здесь у нас еще один бардачок. Так, он тоже охлаждаемый, Саша? Проверил? Нет,
Нет, это уже не охлаждаемый. Это уже экспертное мнение свое высказывает Александр. Хочу сказать сразу, что в Рено они отвергают авторитеты. Если у нас остальные производители как-то друг за другом наблюдают, какие-то оттачивают эргономику, примерно кнопочки, клавиши на одном месте, примерно одинаково сделаны. Рено делает все по-своему, как хотим, так и делаем. Поэтому здесь только вот таких недоразумений, таких откровенных несуразиц. И потом, буквально проехав на этом грузовике часов 5, я понимаю, что это круто, когда ты ко всему к этому привыкаешь. И что у машины есть свой характер. Она индивидуальна, она не похожа на все остальные. Да, у нее такой же, она базируется на Volvo, на вольвовском, получается, шасси, на вольвовской трансмиссии, на вольвовском моторе. Но при этом машина сама по себе. То есть дизайнеры, они учли Renault Magnum. То есть вот эта приборка, она мне напоминает Renault Magnum первого поколения, с ее отвесной приборкой, с вот этой оцифровкой, с разбросанными вот так шкалами. Блин, ребята, это прикольно. Мне это начинает нравиться. Если в других машинах, если какой-то недостаток я нахожу, и потом он меня просто со временем еще больше, больше, больше начинает раздражать. Здесь ровно диаметрально противоположная ситуация. Я не знаю, как так складывается и почему это происходит, но мне все это начинает нравиться. И вот смотрите, допустим, где расположены у нас кнопки управления стеклоподъемниками и регулировкой зеркал. Вот вы едете, у вас рука лежит здесь на подлокотничке, вы на расслабоне, пальчиками подруливаете по дороге, и вам нужно открыть стекло. Что вам нужно сделать? Отсюда вы не дотянетесь. Отсюда вот так вот вы не дотянетесь. Чтобы опустить стекло, нужно руку отсюда снять, пропихнуть сюда, и вот здесь уже опускать стекла. Друзья, ну это неудобно, это реально неудобно. Но когда потом смотришь, ну это же прикольно. Это прикольно, это свой шарм. Тот же шарм, что был у Магнума. Поэтому, может быть, тест-драйв у меня будет больше субъективным, нежели объективным. Но мне вот это нравится, вот эта непохожесть, вот эта оригинальность, она мне нравится. Ну ладно, давайте это лирическое отступление опустим. Надо ехать. Так, значит, ключик у нас вот такой, брелочек с выкидным жалом. Пожалуйста. Здесь у нас кнопки управления центральным замком, выключение массы и сигнализация. Все. Так, вру, это не сигнализация, это габаритные огни. Когда вы уходите, чтобы машины горели габаритные огни, нажимаете вот эту клавишу. Все, запускаем мотор. Как вы видите, здесь нет рычага коробки перемены передач. И здесь нет клавиш управления коробкой перемены передач. Почему? Потому что ее также разместили, как и на предыдущем поколении Renault, на подрулевом переключателе. Я скажу честно, поначалу это заморочено, настолько заморочено и неудобно кажется, что теряешься просто. В догадках, почему до сих пор не сделают аналог вольвовского iShift, вот этого джойстика. То есть он спокойно на сидушечке закрепляется и управляется. Все удобно. Почему здесь мудрят, я не понимаю. Дальше. Значит, чтобы нам включить режим D вперед, мы поворачиваем регулятор. Все, режим D у нас включился. Чтобы включить задний ход, вам нужно, смотрите, сначала включить режим D, затем нужно включить вторым регулятором режим R, задний ход, и только тогда у вас включается задний. Чтобы вам включить ползущую передачку, вращаем переключатель на C. А теперь, чтобы вам переходить из ручного режима в автоматический, нужно поднять рычаг. Поднимаете рычаг. Сейчас у нас включился ручной режим, то есть передачи мы можем переключать, поднимая или опуская рычаг. Это повышаем передачи, это понижаем передачи. Снова в автомат, вверх. Фух, немножко заморочено, согласен. Дальше, это у нас рычажок моторного тормоза, знаменитого вольвовского ВЭП. Вот он здесь имеет два положения. И третий прожимаем. Это максимальная мощность моторного тормоза. Все это у нас по дороге испытается, вы увидите. Дальше.
Теперь немножечко по бортовому компьютеру. Сейчас мы можем посмотреть вот что. Значит, по настройкам. Можем регулировать уровень подсветки. Давай, Саша, наведи на бортовой компьютер, и дальше буду сопровождать уже по подсветке. Значит, уровень подсветки мы регулируем. Регулируется все это. Вот здесь у нас есть колесико. Мы его вращаем и регулируем. Французы. Это, ребята, французы. Установим на двоечку. Нажимаем это колесико. Это подтверждение. Окей. Дальше. Движение. Здесь мы можем посмотреть данный автомобиль, данный о рейсе. Вот, допустим, данные о рейсе. Мы вот эти полтора дня проехали 572 километра, сожгли 168 литров солярки и 8 литров AdBlue, то есть мочевины. Но это с учетом того, что мы толкались в пробках, в диких этих пробках, собрали все, что только можно. И еще одна интересная функция – это индикатор нагрузки. То есть мы здесь в бортовом компьютере можем посмотреть нагрузки на оси грузовика. Но прицеп у нас старый, не читается компьютером Renault T. Значит, мы только видим нагрузку на ведущую ось. Это 8800 килограмм давит. А на три оси, точнее, на тележку полуприцепа давит 17 тонн. Видите, машина у нас загружена. Особенно хочу отметить дисплей. Дисплей большой. Пикселизация практически незаметна с водительского места. Все смотрится очень-очень достойно. Мне панель приборов очень нравится, несмотря на то, что я вообще не любитель вот таких цифровых технологий. Как видите, здесь спидометр цифровой, не аналоговый, не стрелочный. Мне это дизайнерское решение не нравится. Я консервативен, я хочу, чтобы у меня были стрелочки. Я люблю, чтобы были стрелочки. Но, в принципе, на самом деле, очень все это легко читается. Цифры крупные. Скорость считывается даже быстрее, чем на стрелочном спидометре. Довольно-таки удобно. Ну, а теперь едем, включаем. Так, у нас коробка уже включена была. Включаем режим D вращением переключателя. И едем. Обратите внимание, вот началась плохая дорога, и вот то, что я заметил в Renault T на данный момент, один из серьезных недостатков, это то, что на руль передаются все толчки, любые малейшие неровности, все передается на руль. Нет, он не пытается вырваться из рук, машину никуда абсолютно не тянет, просто именно вот толчки и вибрации, все вот это долбит и колбасит на руле. Просто дискомфорт. А относительно управляемости здесь все супер. То есть в колее машину не кидает. То есть не нужно вот так вот судорожно там рулить. О боже, 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 машина кидает. Нет, машина четко следует за рулем. То есть ты как руль поставил, машина так и едет. В плане управляемости все отлично. Именно вот эти вот толчки и вибрации. Именно вот этот дискомфорт. Ну вот, друзья, облом! До Чебоксара мы не доехали, встряли на Кстовской объездной. Уже практически на выходе. Пробка где-то 14-15 километров. Время проезда этой пробки 4-5 часов. 4-5 часов туда, 4-5 часов обратно. В общем, у нас не остается другого выбора, как разворачиваться и ехать снова в Москву. Все потому, что нам завтра вечером улетать дальше на следующий тест-драйв. Вот такая беда, друзья. Ну что, ну и даже в таком формате у нас очень даже неплохо. Мы вполне ощутили автомобиль. И мы еще едем. Впереди у нас 500 с лишним километров. Будем рассказывать о машине дальше. Не грустим.
настраиваемся на оптимизм. Все, 71 километр в час в пределах разрешенных. Так, коробка сама переключилась, я уже хотел вмешаться и подоткнуть передачу пониже. Ну вот она исправила ситуацию и сама переключилась. Очень умная коробка, у Рено она называется OptiDriver Plus, но по факту это вольвовская iShift. Ну, какие-то свои настройки имеет. Такие вот отличия в нюансах. Ну, в основном коробка работает на 4 с плюсом. Практически не нужно вмешиваться в ее работу. Ну, пожалуйста, спуск заканчивается. Она чувствует, что машина идет легче, и она уже переключилась повыше. Так, ну а дальше у нас очередной спуск. Вот перед нами УАЗик едет. Так, и сейчас мы снова опробуем горный тормоз. Давайте вот подкатываемся мы к спуску, все. И машина у нас начинает набирать ход. 65-67. Вот машина стремительно разгоняется. И вот мы можем ее подтормозить. Давайте максимальные усилия. Вот смотрите, обороты сразу 200. Все, и машина едет. Ну, может чуть-чуть нам подгазовать, чтобы нам в подъем влететь. Это просто я демонстрирую, как она работает. Естественно, здесь ее тупо использовать. Потому что здесь наоборот нужно разгоняться на спуске. Для чего это делается? Чтобы экономить топливо, чтобы увереннее зайти в подъем. Для этого нам и нужен вот этот накат. А вот горный тормоз, я вам просто продемонстрировал его работу. Вообще, в целом, по машине, несмотря на то, что это далеко не богатая комплектация, это, скажем так, комплектации для экономных перевозчиков. Здесь стоит 11-литровый мотор, как уже говорил. Руль не обшит кожей, здесь у нас нет дисплея, в общем, много чего здесь нет, но самое необходимое, естественно, имеется. То есть у нас здесь есть климат-контроль, пожалуйста, вот, значит, выбираем кнопку «Auto», все, климатит, как говорится. Климат, естественно, однозонный. Кроме этого, у нас выбираются потоки воздуха, направление потоков воздуха. Все здесь просто и понятно. Здесь мы выбираем либо круиз-контроль, вращаем выключатель, либо лимитер. Все. Ну, нам нужен круиз-контроль. Можно его включить. Можно, точнее, сейчас вот деактивировали, сейчас активируем. Так, тахограф ругается. Нам нужно через 15 минут встать отдохнуть. Окей. Дальше. Следующие у нас кнопки управления круиз-контролем уже находятся на руле. Здесь мы выключаем круиз-контроль, сброс скорости и две кнопки памяти. То есть можно в память заложить скорость. Вот у меня сейчас здесь 8,6 км в час в памяти. Так. Все, включаем. И все, 8,6. Сейчас машина будет набирать вот эту скорость. Все, то есть машина будет горным тормозом автоматически подтормаживать при необходимости, если мы под уклон будем разгоняться по инерции, либо давать газу, если машина будет останавливаться. Нелогично вот опять же, что вот этот блок клавиш и климат-контроль. Вот климат-контроль просится сюда. Я уже замучился ругать, такое ощущение, что производители грузовиков, они специально издеваются. Ну что это такое? Куда только не запихивают. Осталось только в бардачок запихнуть управление печкой. Но мы же постоянно ей пользуемся. Даже если у нас так стоит климат-контроль, как здесь, в любом случае время от времени приходится температуру регулировать. Или воздушные потоки поменять, или температуру прибавить, убавить. Постоянно пользуешься печкой. А вот блокировкой дифференциала я пользуюсь очень редко, друзья. Очень редко я пользуюсь этой кнопкой, но она у меня здесь под рукой. Там, где она не должна быть. Дальше. Помощник при старте в горку, то есть когда мы активируем эту функцию, при отпускании педали тормоза на подъеме автомобиль остается заторможенным, пока вы не нажмете педаль газа. Значит, далее у нас отключение трекшн-контрола, антипробуксовочной системы, дальше растормаживание прицепа, центральный замок,
Это у нас ночник, ночная подсветка, такой красный цвет по потолку у нас. Да, в принципе, сейчас, наверное, будет видно. Попробуй, Саш, покажи. Вот мы сейчас ее включили. На ходу, что хочу сказать, я уже отмечал. Вибрации на руле. Вибрации, толчки, раскачивание руля на неровностях. Но управляемость сама по себе, я скажу, что отличная. Прямо на пятерочку, просто на пятерку. Да, вот у нас горным тормозом, моторным тормозом пытается притормозить машину электроника. Все, здесь давайте, у нас населенный пункт, сбрасываем скорость. Сейчас наката машина сама уже до нужного скоростного режима она уже сбросит, потому что идет в подъем. Все, пожалуйста, и спокойненько уже дальше едем, не нарушая правила. Дальше. Значит, у нас такой солнечный козырек здесь есть. Увы, в дорогих версиях имеется электропривод, но здесь надо вот вручную тянуться. Дальше. А, ну что, какой минус я могу здесь отметить? Смотрите, какой сегмент здесь не закрывает шторка. Очень часто бывает. Ну вот светит отсюда солнце, ну вот хоть плачь, ну не спрятаться от него никуда. Есть такой недостаток вот в этой шторке. Боковые шторки также имеются со стороны пассажира, со стороны водителя. На многих машинах не хватает ее. Например, в Мане ТГС не хватает такой шторки. Но опять же, в зависимости от комплектации. Вот, смотрите, по разбитой дорожке идем. Салон. Так, что там у нас? Это что-то из наших вещей. Очень тихий салон. Очень. Это вот только наши вещи. Батарейки Сашины там гремят. Ну, а руль, вот вы видите, вот на руле вот толчки, вибрации. Не знаю, почему, с чем связано. Вот мы специально сейчас идем ходом по такой, по разбитой дорожке, смотрите еще. И несмотря на двухлистовую рессорную переднюю подвеску, очень мягко идет машина. Очень мягко, именно для усиленной подвески. Вот. Теперь по щеткам стеклоочистителя пройдемся. Тоже есть небольшой недостаток. Смотрите, у нас остается вот такой сегмент неочищенный. То есть в наши соленые грязные зимы вот здесь будет все заляпано. Нужно будет постоянно останавливаться и мыть. Не доходит сюда щетка, оставляет большой очень сектор неочищенным. Спать, отдыхать, зашториваемся. Шторы, кстати, здесь такие плотненькие, отличные. Они несут в себе не только функцию, так скажем, защиты от посторонних глаз, но и защиты от холода. То есть зимой они создают вот эту прослойку воздуха между стеклом и занавеской. И поэтому в машине сохраняется тепло. В машине намного теплее, тепло меньше теряется. Ну а здесь, сейчас я вторую шторочку закрою. Очень легко пока ходят по полозьям, очень легко. И что, смотрите, как здесь аккуратно сделано. Допустим, на Мане как сделано. То есть они шторочки вот друг до друга вот так вот доходят, а все остальное вот здесь нужно уже на липучках отдельно приклеивать. Здесь поступили проще. Шторки здесь идут внахлёст. Вот так. И все, никаких липучек, никаких танцев с бубнами. Все, а теперь, друзья, я покажу вам спальное место. Сразу отмечу недостаток. Нет светильников. В спальнике нет светильников. Давайте я отогну сиденье, чтобы было лучше видно. Никаких светильников здесь нет. Вот единственное, только вот на гибкой ножке вольвовские фонари. С чего бы это, да, вольвовские? Вот они, эти вольвовские фонари. Подсветочка есть, здесь у нас уже сумочку отставим.
Здесь у нас такая спальная полка. Здесь у нас пенопластовый имеется подстаканник, полочки для удобства водителя. Сам матрас, смотрите, толстый. Мы предыдущей ночью здесь уже спали. Я скажу, что здесь отлично. Отлично по форме, по мягкости, мягкости, жесткости. Полка верхняя у нас поднимается, просто у нас сейчас там вещи наложены, не будем ее фиксировать. И вот этими сковами она вот вплотную прижимается к потолку. То есть, если водитель в машине один, то, в принципе, полка поднята и в кабине очень просторно. Плюс белый свет. Комар мог нажраться сегодня нашей крови. В кабине очень просторно, друзья. Плюс вот этот белый цвет, он создает еще больше ощущений простора. Так, для второго водителя есть вот такая лесенка. Так, опускаем полку. Обе полки на газовых упорах поднимаются и опускаются очень легко. Значит, полочку. Так, ступеньки мы сюда вешаем. И пошли на второй этаж. Этакие Карлсоны. Ух ты! И вот так у меня спит Саша. Но так как кабина заужается кверху, эта спальная полка короче, чем нижняя, и поэтому для меня здесь уже тесновато. Тесновато. А вот снизу я очень даже удобно и комфортно отдыхаю. Здесь еще есть две розетки. Друзья, посмотрите. Пожалуйста, одна на 24 вольта, другая на 12. Очень классно. Очень классно, что сделали. Позаботились о водителе. Здесь у нас вот такой пульт. Пульт на магните. Кстати, он у меня ночью два раза падал. Вроде крепко держится, но при этом я проснулся на пульте на этом. Так, здесь у нас идет управление автономным отопителем. Вот кнопка его включения. То есть можно, не вставая со спального места, включать автономку и регулировать температуру. А это у нас включается радио. Все. Ну, здесь регулируется громкость. А это уже у нас подсветка. То есть свет мы включаем и наоборот. Выключаем и включаем. Еще раз. Подсветку выключаем и включаем. Все это с этого пульта. Ну, а теперь всем пока. Я спать. Друзья, а теперь немножечко окуну вас из романтики в суровую реальность. Да, друзья, дорога – это не шутки, фуры – это не игрушки. Вы посмотрите, какая серьезная авария на 108-й в районе Сергиева Посада. Здесь одна фура у нас на боку. Что произошло, непонятно. Колесо одно у фуры разорвано. Скорее всего, хлопнуло колесо у Скани, но от кабины, друзья, там ничего не осталось. Это кабина у нас Renault Premium. Посмотрите, кабина вроде как уцелела, сохранила геометрию. Поэтому производители грузовиков очень пристальное внимание уделяют пассивной безопасности. То есть даже при таких страшнейших ударах многотонные фуры умудряются в большинстве случаев как-то уберечь водителя. Поэтому всегда пристегивайтесь за рулем. Я в свое время попадал в аварию, ремень меня спас. Спас от того, что меня не выбросило из машины и своим же грузовиком меня не размазало. Друзья, это все серьезно. Нам с тобой пройти осталось лишь 20 000 лет над водой.
Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш довольно-таки протяженный двухдневный тест-драйв. И что я могу сказать? Давайте сразу по результатам. Мы проехали 1200 километров. До Чебоксар мы так и не добрались, к сожалению. Но тем не менее, средний расход, с учетом того, что мы столько времени провели в пробках, мы привезли расход 28,9. Ну, я думаю, достойный показатель, с учетом того, что у нас 15 тонн в кузове, часть маршрута мы прошли просто тупо на круиз-контроле. А теперь, наверное, пару слов о самой машине. Когда она только появилась, когда я увидел только первые фотографии, действительно, я говорю, был просто, ну, не то чтобы зол, я был расстроен, я был опечален тем, что случилось с легендой, с Рено Магнумом. И поэтому такое отношение было несколько предвзятое к этой машине. Но проехав буквально несколько часов, потолкавшись в пробке на этом автомобиле, я пришел к выводу, что он мне начинает нравиться. Он не просто начинает нравиться. Даже вот это все, вот неудобные эргономические какие-то извращения французские, где-то вот эти стеклоподъемники, кнопки, управление коробкой передач на подрулевом рычажке. Все это какое-то замороченное, нелогичное, не как у остальных производителей. И в конечном итоге мне оказалось это нравится. Этот автомобиль мне полностью по душе. Да, у него вибрации на руле, руль толкается, брыкается на кочках, на неровностях. Да, подвеска задней оси на полурессорах, да, она жестче глотает, какие-то крупные ямы, выбоины. Да, у него проще пластик, чем у Volvo. Но эта машина мне понравилась даже больше, чем Volvo. Я больше скажу. И этот грузовик из всех ныне выпускаемых грузовиков мне нравится больше всего. Два дня назад я даже и подумать не мог о том, что я могу прийти к такому выводу, что я могу такое сказать. Но тем не менее, факт остается фактом. А учитывая цену, вот этот тягач стоит 85 тысяч евро. Среди иномарок это великолепное предложение. Отличный автомобиль. С кучей каких-то недочетов, каких-то изъянов. Но мне он очень понравился. Ну а пока, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если понравилось видео, понравилась машина. Пишите в комментариях свои мнения, свои доводы относительно этой машины, относительно конкурентов. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Trax TV. Все ссылки в описании. А пока, друзья, всем пока.